Гидравлические приборы и коммунальная техника премиум-класса – все это создают на предприятии в Люберцах. На производстве побывала Айташ Чарагова. Позицию R80, только резиски поставить. Смотри, уточни по схеме, насколько я помню, на R8 ставим 150 Ом 5%. Раньше Анна Ефимова закупала электронные товары, но 3 года назад предложили должность инженера-технолога. Сейчас люберчанка курирует отдел разработки электроники. Под ее руководством проходит процесс от обращения клиента и до выпуска конечной продукции. Начальник нашего отдела разработки, именно где сидят инженеры, программисты, продумывают программное обеспечение, и я уже совместно с ними продумываю, как мы будем собирать узлы, из чего мы будем собирать электронные устройства наши. Сотрудники отдела электроники производят аппараты дистанционного радиоуправления и бортовые компьютеры для сельскохозяйственных машин. Это мусоровозы, комбинированные дорожные машины и автогидроподъемники. На предприятии трудятся 500 сотрудников. Специалисты постоянно разрабатывают современную аппаратуру и машины. Мы сегодня посмотрели уникальный бункер на базе КАМАЗа, который полностью изготовлен здесь и проходит обкатку. Уже 2 машины у нас ходят. В ближайшее время уже производство, массовое производство запустим. В планах на ближайшие несколько лет расширить производство гидравлического оборудования. Филиалы люберецкого предприятия уже работают в Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Айташ Чарагова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.